В правительстве области состоялось совещание по вопросу учета объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Следующий год объявлен президентом страны годом экологии. Этой теме сейчас уделяется особое внимание. Накануне она обсуждалась на Госсовете. В связи с изменениями в законодательстве, все предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, должны встать на государственный учет. Принята программа по году экологии. Наша область в эту программу вошла. Но все прекрасно понимают, если мы не будем снижать негативное воздействие, то далеко мы не уйдем. На совещание были приглашены представители 13 крупнейших предприятий области. Многие из них еще даже не подали заявки о постановке на учет. Тем временем этот срок истекает уже 1 января. Всего же на данный момент на учете значится 227 объектов, а на рассмотрение более 1200. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5000 до 25000 рублей, на юридических лиц от 30000 до 100000 рублей. Индивидуальные предприниматели в этом случае приравниваются к юридическим лицам. Также в рамках совещания обсудили вопрос с утилизацией предприятиями отходов. Со следующего года производители обязаны самостоятельно утилизировать товары после утраты ими потребительских свойств, либо заключить договор с подрядной организацией или заплатить государству экологический сбор.